Всем привет, друзья! Вы на канале Шедл Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем Stardew Valley. Эта серия, по идее, должна выйти в канун 8 марта, я, пользуясь случаем, хочу поздравить нашу прекрасную половину канала, наших подписчиц с праздником весны и пожелать оставаться такими же прекрасными, замечательными, волшебными, веселыми и чудесными, какими вы являетесь, собственно, сейчас. Других подписчиц у нас на канале просто нет. Ну все, официальная часть закончена, не смотрите на бомбу над моей головой, это не угроза какая-то была, просто я с ней проснулся, не знаю почему. Кто-то пошел сейчас праздновать, но мы отправляемся на ферму, потому что у нас 24-й день зимы, и я ничего не успеваю. По сути, зима скоро закончится, и у нас появятся две фермы, еще наша основная ферма начнет работать, и нам нужно сделать все самое необходимое и на этой ферме островной, и на той, которая у нас там далеко находится, в городе Пеликан. Хотя бы побороть вот эти вот травы, которые съели один кусок моего урожая. Все, нужно придумать, что мы здесь с вами сотворим. Кстати, надо засеять еще раз вот эту вот почву, потому что мы не добрали малость орехов. Сейчас я быстренько пробегу, посмотрю, что у нас по корням, если они вообще. И надо срочно возвращаться назад домой, потому что там у нас сегодня винный день. Винный день — это раз, и плюс еще винная лихорадка у нас в погребе. Нам надо будет обработать вино, ну, конечно же, это наш заработок. О, ну, я не знаю, нам уже кокосы не нужны, они уже повсюду висят. Нужны они нам, нет? Да, по идее, наверное, не нужны, даже если золотые будут падать. Мы все, что можно, с прошлой серии с кокосов вытащили. Теперь наша цель — это только корни, которые торчат из песка. Вот это и есть наш основной интерес. Сколько у меня орехов, интересно? 29. Нифига себе, 29 орехов у тебя. Ладно, давайте тогда с вами сейчас я пробегу быстро по острову. Давайте пока ничего не трогать. Я сюда вернусь, все заберу и вывезу туда, на остров. С острова, вернее, вывезу домой. И сейчас только я проверю корни. Только корни, которые, возможно, торчат где-то из песка. Но нам не повезло, здесь они нигде не торчат. Сейчас еще тут проверю. Тут, кстати, русалка, которую мы не можем активировать, пока не найдем дневничок. Сегодня дождливый день, а русалка... Ух ты, слышите, сегодня сработало. Спасибо, русалка. Спасибо. Теперь она мне машет и улыбается. В прошлой серии, как я не бегал, не работала вторая и четвертая мелодия. Сегодня сработало, и теперь у меня есть все. Теперь только нужно зайти к пиратам, но это надо делать в день, когда не идет дождь, скорее всего. Так, хорошо, что я зашел. Что-то вообще не хотела в прошлой серии работать. Значит, дневник не обязателен, правильно я понимаю? Значит, получается так. Что-то темный экран какой-то был, не связано ли это у нас с русалкой. Так, хорошо, смотрим, что тут мне надо купить. Кстати, пудинг банановый. Мне надо 30 косточек сюда вложить. И благосохраняющая почва нужна нам. На юг-калуалу обойдемся. А вот банановый пудинг бы я бы не отказался. Сейчас пойду посмотрю, сколько я смогу набить косточек. Всего 30-то надо на самом деле. Блин, с русалкой я очень рад. Птицы, мы тоже решили вопрос в прошлой серии. Где же эти корни-то торчащие из земли? Вон один. Ну что, выпадет отсюда хребет змеи? Опять голова, третья или четвертая? Ну где ж этот позвонок-то? Ну это же никуда не годится. Ну позвонок дайте мне-то, а? Позвонок не выпадает, ну хоть убейте. Так, давайте соберем 30. Все-таки купим, наверное, рецепты. Нам же надо все блюда, чтобы у нас были. Тоже, по-моему, их тоже надо приготовить. Сейчас я посмотрю еще вверху, может какая-то штуковина где-то выпала, запала. Да не знаю. Нет. И все, я побежал тогда домой. В принципе, можно бежать... Нет, надо добежать до этого. Надо добежать, да, до нашего ящика. Сколько у меня уже? 34. 34 ореха. То есть я уже перевалил сейчас за сотню. Я уже могу войти в комнату мистера Ки. Но давайте сначала решим повседневные задачи. Комнату мистера Ки войдем тогда чуть-чуть позже. Нужно перевести все, что у меня есть из нашего ящика. И я полетел, наверное, домой. Кстати, смело можно здесь теперь сделать почтовый ящик. Почему бы и нет? Все-таки я тут уже подживаю иногда. И телепорт, не знаю, двадцатку тратить, нет? А по идее тут больше уже ничего не придумаешь. Привет.
Так, завтра пир звезды на 9 часов до встречи. Линус наш тайный друг. Я это помню. А, сюда еще нельзя, смотрите. О, тут еще и по порядочку. Нет, или выйти зайти надо, наверное. Наверное, выйти зайти. Ну ладно, и к лучшему. У нас снова 20, сколько? 29, по-моему, осталось. Так, забираем все, что здесь лишнее. Давай забираем все вот это. И это 22. Мне надо сколько? 30? 30, по-моему, косточек. Сюда я возвращаю голову. А это все я отсюда выношу. Я выношу, и надо вернуться сюда еще раз обратно. Весь мусор, короче, отсюда забираю. Остальное все пусть остается. Все, давай. Полетели домой. Вопрос с русалками решен. Придем сюда чуть-чуть пух. Как тут красиво и тихо. Да, сегодня у нас вино. Сегодня вино, и нужно все сделать, чтобы мы его обработали 12-10. А потом не забыть, что завтра у нас погреб. Погреб не знаю, как мы будем обрабатывать. Но это я помню, у нас ушел целый день. Так, яйца 8 штук еще есть динозавровых. Сейчас я их тоже сюда засуну. Весной будет гораздо все сложнее. Появятся свиньи. Свиньям тоже нужен уход. Это трюфели. И поэтому... я не знаю, просто надо за эти дни сделать все максимально, то, что можно сделать. Дайте мне одно яйцо. Хотя бы рутину вот эту всю по острову. Надо забор хотя бы построить, или дорожки там сделать, или еще что-нибудь. Или забор и дорожки. В общем, посмотрим. Так, мне нужно что еще? Сбросить чеснок серебряный. И не только чеснок серебряный. А что, у нас нет чеснока серебряного? Да? Я думал, у нас есть. Ну, теперь есть. Давай еще пшеницу сбросим. Сегодня кадок хоть нет? Надеюсь, что нет. Так, это я сбросил. Это у нас сено. Это не сюда. Золотое сейчас еще, подождите, я сложу. Тут же у нас ничего, кроме... Да. Кроме икры. Так, это сюда. 7 кокосов. Они, правда, нам уже не нужны, кокосы. Можно с ними смело... расставаться в магазине, там особо покупать за них уже нечего. Все. Одну золотую дыню сейчас пристрою. И заменю вот эту икру. Сейчас немного поработаем с вином тогда сегодня. Давайте сюда. Есть такое дело. Сюда сбросить это и это. И поехали сейчас к вину. Давай, плотва, ты где? Главное не терять ни минуты. Сегодня мы закончим зиму, это точно. И вот здесь надо посмотреть. Кот валяется. Перемерз, наверное. И завтра же день пропадает. Блин, как я люблю вот эту вещь. Это просто невероятно. Поставить статую возле телепорта. Которую я нажимаю, постоянно улетаю. Потому что ты, по идее, ну, хочешь взять предмет, но не успеваешь развернуться вниз. И получается улет. Получается улет в горы. Зато какое-никакое путешествие у нас. Ладно, пусть стоит, она красиво там стоит все равно. Все равно пусть стоит. Так, давайте вот это все забираем. Это мы сейчас будем все вкладывать. Давай, поехали, вина дофигась. Сначала древний плод, потом карамболу добавим. Это надо делать. Это наш заработок. А нам надо в любом случае еще зарабатывать. Плюнем на заработок, когда заработаем 12 миллионов. Почему 12? 10 на статую. И миллион или сколько там надо на телепорт. И все. Больше нам ничего не надо. Ничего не нужно, ничего не надо. Все у нас уже есть. То есть осталось заработать половину суммы, которая у нас сейчас есть примерно. Ну, чуть больше. А может примерно и половину. Потому что там не 12 миллионов надо, 11. 11 вообще, по идее. Ого, что ж, столько у меня здесь древнего плода. Моя теплица даже не помещается, представляете? Смотрите, все, теперь надо на карамболы переходить. У меня карамболы немного. Я бы сказал, вообще мало. Так, все, засунул. А ну, смотрите. Нигде нет пропущенной бочки. Да, по идее, наверное, нет. По идее, наверное, нет. Но мне не хватит на этот, как его, на карьер. У меня тут осталось 20-35. Ой, свиньи, извините, но не сегодня. Завтра праздник и не завтра. Когда я это все буду делать? Дайте хоть майонез. Майонезом займусь.
Так, дайте я заберу остальные яйца. У меня там опять динозавры, наверное, яиц 20 уже отложили, поэтому можно к ним нестись туда. Ну, будет время, сбегаю. Не будет времени, сбегаю. Так, есть что? Еще из яиц нет? Погоди, нет. Так, все, быстрее, быстрее, быстрее. Времени вообще мало. Мне надо, наверное, я не знаю, что мы каменный забор сделаем. Или не делать забор. Ладно, подумаем сейчас. Так, пошло вино. Что это за вино? А, это мое же вино, правильно. Мне же не надо вино? Не нужно вино? Нет, не нужно мне вино сейчас. Мне сейчас вино не нужно. Майонез брось. У меня вино есть. У меня вино имеется. Я его специально отложил на нужное количество бочек в погребе. Так, это я тоже сбросил. Все, сейчас вот это еще заброшу. И в карьер поехали. Так, это я тоже забросил. Карьер. Где-то у меня тут было еще... Еще немного чего-то там было у меня. Чего у меня было еще немного? Где-то я что-то еще откладывал, но я уже забыл, что куда откладывал. Ладно, берем тогда персики, наверное, да? Берем тогда персики. Мне нужно две икры. Сейчас я как раз одну там заменю. А где у меня персики хранятся? Кто помнит? Я нет. А где у меня персики хранятся? Боже мой. Я не помню, куда их сложил. А, вон они, спокойно. Все, персики у меня. Сейчас я две икры засуну. Одну туда, одну туда. Угу. Пусть это далеко, но все же. Но все же, 17:30. На остров я уже сегодня не сплаваю. Хотя бы карьеру обработать, зайти к динозаврам. И завтра готовиться к празднику. Но я не успею обработать завтра, поэтому да. Поэтому завтра день пропал. Пир звезды, он у нас целый день идет. Ладно, успеем что-нибудь провернуть. 700. Пошли еще и круз дособираем, который там валяется по углам. Тут у нас есть что? Нет, тут я уже все собрал. Так, вот это дайте мне. О, опять жемчужина. Да, я тут все собрал. Жемчужина попадается часто теперь. Да, ее взять стоило. Все, быстро в карьер. Добиваем то, что осталось. Добиваем то, что осталось. И... Сейчас, минуту. Тут у нас что лежит? Тут у нас лежит, кстати, древний плод, который остался. Между прочим-то. Который нам не нужен. Нет, он нам нужен, потому что у нас там одно растение померло. Завтра может помереть еще одно. Поэтому давайте, наверное, одну на раз... Ладно, давай все. А семена у меня остались древнего плода? Семена. Кстати, надо взять одну для нашего друга, но я завтра туда не попадаю, поэтому оставляем на месте. Вот еще ананасы надо развести. Да и, собственно, таро можно вывести 10 дней. В принципе, неплохо будет. Так, окей. Так, окей, все, тогда побежали. Сейчас я быстро посмотрю, тут у меня, по-моему, семя должно было одно быть. Древнего. Здесь должно быть, нет? Как он выглядит вообще? Яркоцвет, блесник, мак. Где-то оставались, наверное. Так, икра. Икра. Пока уходи. Так, есть. А тут у нас что? Куда-то их тоже засовывал. Ладно, неважно. Дайте мне один развить. Где он тут у нас? Вот он. Давайте больше. Пусть будет больше. То потом ждать, если что. Я два засунул. Остальные все засеем. Мне-то... А, так надо еще больше. Давай сделаем 4. Чтобы семена у нас всегда лежали в ящике. У меня где-то лежит пару семян, но я уже не помню где. И эти штуки сейчас мы быстро в карьере обработаем. Тут и карамбала есть. А, подождите, а сколько мне надо? 15, 26, 4, 36, 56. У меня там 90 где-то. 30, 80. Может и не хватить. Я взял с собой персики, если что, все в порядке. Я взял с собой персики. Окей. Город-карьер. Давай, карьер. Карьер. Так, давайте это соберу. Это оно тут у меня простаивает уже. Тут и камни уже перемешались с деревьями. Нет, но тут я дорожки проложил, поэтому... Поэтому тут камней не будет под ногами. Как раз я оградил
камни, чтобы они сюда не попадали. Так, привет, побежали. Отлично, быстро все закончилось. Так. Теперь бегаем по кругу. И раскладываем все, что у нас есть в руках. Все, следующий. Еще 36 осталось. Зато сегодня все успели. Ну что, когда хребет выпадет от ящериц? Вот это интересный вопрос. Так и поняли, что с русалкой баг, оказывается. Легкий баг. Поэтому нужно, возможно, было просто выйти из игры и зайти обратно. И дневник там совсем не нужен. Все получается. Просто не играли две мелодии. Так, все, я забросил. 11 осталось. Карамбалы. Да, все забросил. По-моему, все работает. Отлично. Сегодня мы все успели. Калитку закроем. $21.50. Завтра праздник. Наш любимый. Вино сейчас я сдам. Так, 23 вина пошло. Сдаем еще что-то. 66 еще вина. Персик. Так, остальное он икра, у меня одна осталась. Сейчас я икру добавлю. Тут, по-моему. Вот. И остальное все сбросить в тот ящик. Попробую еще к динозаврам забежать. Все успею, конечно. Так, нажимай кнопку. Все затянулось. Отлично. Сегодня наконец-то будет заработок. Более-менее ничего. А потом будет погреб. Там будет реально большой заработок. Все, у меня плотва внизу осталась. Сейчас я быстро по динозаврам пробегусь. Эти пусть там и висят. Они же не исчезнут. Надеюсь, что нет. Семена имею в виду. Так, тут по одному мы вчера обрабатывали это. А где моя плотва? Куда я ее дел? А, еще ж у меня молоко. Я слежу, молока у меня почти, видите? Нет, залежавшегося. Все свеженькое, все обработанное. Только молоко. Все окей. Быстро к динозаврам. Что у нас с едой? Сено 846. Можно 1000 пойти закупить. Если Мар не подвернется. Завтра она не подвернется. Так, сколько я там? 5 яиц взял. 5 яиц взял. А здесь сколько я яиц взял? 11. У меня 9 штук. Ну ладно. Все хорошо. Хотя бы с этим мы разобрались. Это я забросил, когда буду ехать на остров. И надо на острове реально следить теперь, чтобы нас не обижали там. Так, есть. Это я сбросил. Яйца сейчас заброшу снова. Сено продолжает у меня один кусок висеть у меня в ящике. Так, давай вот это сначала, чтобы не лежало у меня. И что там Линусу надо дарить? Еще обидится парень. Так, готово. Сейчас отдайте это сено. Сено одну кусок. Один кусок. Одну кусок выброшу. 20 раз пробегал возле этого места, но... Напов, сено сложено. Отлично. Быстро домой. Мне еще надо жемчужину пристроить. Где-то у меня тут есть сокровище. Так, это точно здесь. Нет, у меня она где-то лежит. Где-то вот тут, наверное. Да. Четвертая здесь. Отлично. Так, готово. Еще время есть, чтобы персики выложить обратно. Сегодня обошлись без персиков. Хватило даже карамбалы. Карамбалы и персиков. Поэтому пусть лежат тут, они пойдут следующими. Так, два яйца, бомбы. Ну, все остальное необходимо. Только мне нравится мой инвентарь, как он разложен. Лапка вот лежит не там, где надо. А еду можно положить где-то вот сюда. А здесь бомбы поставить.
Ну, а яйца завтра применить. Все, спать. Хотя подождите. Спать. Что мне Линусу дарить? Лучше бы я на остров поехал. Линус, батат. Да сколько угодно, Линус. Подарю тебе батат. Я думаю, он будет рад. Батату. Все, спать быстрее. Есть. Ух, успел. Теперь надо на погреб выделить целый день. 150 тысяч. Санта-Клаус полетел. Не дотянули до полторухи, но где-то близко. Это без всего, фактически, без трюфельного масла. Привет. Получается очень мало, даже на вине. Но мы там персика в основном делали, там древнего плода-то и не было. Привет. Доброе утро, лук парей. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, вино, по идее, меня уже ждет, да? Да, вино ждет. Ждет своего часа. Я выделю этот день, да-да-да. Так, сегодня у нас тут что? Тут у нас Эвелин прислала какие-то печеньки. Тоже неплохо. Есть икра. Минуту. Сегодня у нас катки. Тоже замечательно, просто чудесно. Как бы все это успеть. А желательно это делать прямо сейчас, если мы хотим катки сделать. Так, батат у меня есть, вот он, пожалуйста. Лук парей сейчас пристрою. Ну что в катки засунем? У меня уже и нет-то ничего для кадок. Что-нибудь фигню какую-то засунем, чтобы только не простаивали. Когда древний плод появится, я не знаю. А где моя фигня? В принципе, у меня серебряного там дофига. Сейчас посмотрю. 104 винограда в катке. В катке 104 винограда, 9 морожки, 18 фигни какой-то. 336 кукуруз, давайте ее засунем. Вот чего-чего, кукуруза у нас дофига. Так, побежали. Ой, икрыш дофига еще. Икру тоже надо производить, вернее, не производить, а тратить. Дайте мне всю икру, дайте, наверное, икру сначала засунем. Сколько у меня икры? Дайте мне икры. Сейчас поеду-объеду, потому что реально она начинает накапливаться, занимает весь сундук. Так, яйца ж надо поменять тоже. 7.20, надо успеть до праздника, день пропал, считать сегодня. Завтра приеду, у меня там древний плод уже, этот, трава съела. Да? Ну я туда поеду. Ну съела и съела, тогда другую сделаем, ну что такого. Че не поделаешь. Так, хорошо, одну даже осталось. Плотва, быстрей. Come on. Everybody, давай. Праздник не в тему, если честно. Как раз дни надо считать. Наши. Есть. Есть. Все, все остальное я не трогаю. Фрукты в теплице еще подождут. Сейчас я икру применю. Завтра еще можно их собрать будет. Так, пошло. Икра вся. Вся, что у меня есть, она у меня с собой. Погнали. Угу, еще три. Все шикарно. Целый ряд икры фактически. Если убрать вот эту псевдоикру с радужным осколком, который мы все ждем. Да я понял, уже праздник начинается. С радужным осколком, если убрать, блин, половина не загрузилась. Две штуки точно. То можно получать очень дорогую икру. Например, лавового угря туда засунуть. Или еще кого-нибудь. И получать. И такую икру, и на ней можно очень хорошо зарабатывать. Но я все жду радужный осколок. Может быть, когда-нибудь все-таки. А вообще шанс нулевой. Я не понимаю, почему так все плохо. Ну, хоть бы увеличивался шанс. Ну, хоть на 0,01%. Ну, зачем иметь пруд с тем, что никогда в жизни там не выпадет? Вот это я не понимаю. Ну, выпало, и пусть обнуляется. Пусть обнуляется снова. Так, батат мне дайте для Линуса. Я, наверное, пошел. Все, подарок есть. Линус будет счастлив. Заодно посмотрим, что там изменилось в празднике звезды зимней.
Сёша, все сделал. Там не появилось еще. Ладно, завтра заберем. Или сегодня. Все, я пошел. Давай, какая разница, терять день. Все равно придется. Только тут ничего ценного уже не выбьешь. Привет, праздник, привет, привет, привет. Что-нибудь новое? Сегодня мы все благодарны за задачу, которую принес этот год. Забудь о своих тревогах и расслабься. Добро пожаловать на пир зимней звезды. Тут ничего, по-моему, не изменено, да? О, подарки. Даже фразы те же. О, я все еще недоволен, что не выиграл соревнование по подледному лову. Какое красивое дерево. Так, пошли, наверное, к Пьеру. Я думаю, товары, может, какие-то появились новые, да? Да, баннер зима появился новый. Окно со шторами, декоративные панели какие-то, елки, подрезанная сосна. Баннер зима. Ну, давай его возьмем. Две штуки. Так, ух, слишком много я выпила гоголя-моголя. Ну, ладно, давайте, наверное, заканчивать. Тут ничего не добавилось, наверное. Лея, ты все пьешь? Я благодарна за нашу простую фермерскую жизнь. Детей начали выводить, кстати, наконец-то. Те, которые повзрослее. Да, здравствуй, Шеди, весьма прохладно, не правда ли? Изготовление леденцов? Нет, это очень долго, это очень долго, это очень долго. Но я все равно прослушаю. Так, а второго ребенка мы еще не выводим, да? Да, второго ребенка не выводим. Ну, еще маловато, что за вздор? Вот это да, тебе разве не так холодно, дедушка, мороз на дворе-то? Да у меня кокос на голове, он меня греет. Правда, ребенок как выходил в пижаме, как по дому ходит в пижаме, так и на праздник зимней звезды или чего он там. В этом же и приходит. Смотри, не холодно ему? А у меня спрашивают, еще не холодно. Хоть бы какую-то куртку нарисовали ему. Так, все, давай. С кем мне тут надо пообщаться, не пойму. С мэром? С мэром, с тобой? Подожди, а с кем мне надо пообщаться? Что-то я забыл, с кем мне пообщаться надо. Самое удачное время с Эйсандией. Надеюсь, твоей лунками ждет новая камера. Шет, а что ты хочешь найти под елочкой? Я хочу найти пару стильных ботинок. О, понятно, да, это был бы подарок, что надо. Короче, а как мне начать это все дело? Что-то я запамятовал. Я благодарен за то, что в этом году никому не понадобилась скорая помощь. Подождите-ка. Там же шмэр стоял возле елки, а теперь как начать этот праздник? Линус? Вручить ему... А, вот так это делается, точно. Подожди, нет, я же по-другому, по-моему, делал, да? Нет, все-таки так, давно я не был на празднике звезды. Сейчас еще поговорю с этими, с местными. Хочешь услышать легенду? Нет, спасибо. Как хочешь, пожалуйста. Добрый день, спасибо, до свидания. Я уже ее слышал раз 200. Давай, Линус, я тебе дарю подарок. А, так это ты, мой тайный друг. Батат, спасибо. Пожалуйста. Ну все, кто ж мой тайный друг? А тот, кому я отказал. По поводу звезды. Ну и что ты мне там подаришь? Ну, не глину точно, это хорошо. Билли, кто же еще моим лучшим другом-то мог стать? Слушай, Шеди, в этом году я тайный твой друг. Вот открой. Да еще бы я тебе лодку починил в этом году. Ну что там? Крашеный спиннер, ну, тоже неплохо. Вы получили крашеный спиннер. Спасибо. Билли, это лучше, чем глина. Подарок не богат, но надеюсь, что тебе понравился. Да, мне очень понравился. Не, он полезная вещь. Если надо будет кого-то ловить, конечно. Все, я могу отсюда убегать. Спасибо, я пошел. Спиннер пригодится в любом случае. Маленькая сосна, окно со шторами, обеденный праздничный стол, декоративный топор. Можно поставить в доме. Да, я помню, ставил в ПК-версии. Панель бревно. Просто место занимает. Все. Всем спасибо. Всех с праздником. Мне завтра надо, наверное, венцом заняться. Или когда мы займемся венцом. Я не знаю. Но сейчас венцом смысла нет заниматься. В 22.10, естественно. В этом нет никакого смысла. Венцом, наверное, давайте чуть позже займемся. Надо спасти наш урожай там, на острове. Потому что там всякие плохие травы водятся.
Так, спиннер. Спиннер, где-то я его тут хранил. А, он у меня в ящике есть. Стоп, стоп, вверху есть ящики. Там точно есть, я его делал, когда мы с вами достижение получали. Вот здесь он должен быть, да, вон он валяется, не знаю, они суммируются. Нет, они не суммируются. Главное, эти суммируются, а эти не суммируются. Почему? Why? Но вы же одинаковые. Те суммируются, эти не суммируются. А, то не то, то другое. Но все равно мы могли бы, если мы все остальное можем суммировать, то это тоже. Что-то тут накупил много всего. Ну куда мне это вешать? Я один, по-моему, покупал. Кстати, у нас даже елки нет в этом году. Ну, давайте так тогда. А я два купил разве? По-моему, один покупал или два. Все, отлично. Праздничный Новый год. На какую-то хоть елку. А куда я елку эту поставлю? Сюда? Диваном? Давайте попробуем. Где мои елки? Елки, по-моему, здесь должны быть. Кто-то видел елку? Я думаю, она где-то должна быть здесь. Это была елка? Нет. Вот она. Так, дайте мне елку. И вот так она у нас появилась. Внезапно. Нет, у нас есть место для елки, и это лучшее место, какое можно представить. Лечь спать до следующего утреца, да. Лечь спать. Так, еще ничего заработали. 63 тысячи на чем? А, на катках, точно. Ну что, 26-й день. Давайте, наверное, долбанем погреб. Я предлагаю заняться погребом. Давайте. Иначе, если мы это не сделаем, то никто больше не сделает. Где мое венцо? Мое венцо, вот, 189 штук. Ровно столько, сколько должно быть. Все, я побежал. Ну что, пожелайте мне удачи. Топор в руки нам. Только сначала собираем. Потом убираем. Это будет долго. На это уйдет целый день. Но это того стоит. Заработки выше. Наверное. Интересно, если ударю бутылку с вином, что произойдет? Ну, кроме того, что я заплачу, что еще произойдет? Так, дайте сюда. Давай, давай, шустрей. Шустрей, приятель. Но этим надо заняться. А потом мы забудем про это на два сезона, да? Ну, не знаю, будем ли мы еще через два сезона в игре. Может, это последнее наше вино, поэтому следует отнестись к нему ностальгически, с уважением. Может быть, реально последнее вино, которое мы с вами загружаем. Я не думал, что я это загружу, но... Обновление 1.5 получилось масштабным. Давай, давай, все собирай. Дойдем до края, 8 часов. Ну, я обычно до 10 вечера вожусь с этим погребом. Так, сейчас быстро соберу. Музыка какая-то. Зато 189 бочек сразу же. Будет заполнить. Кстати, хорошо, что они суммируются. Представьте, если бы они суммировались, насколько было бы сложно здесь что-то сделать. Надо было бы хранить ящики, чтобы в эти ящики выкладывать бочки, потом эти бочки брать, выкладывать обратно. А так они все в один пак идут, смотрите. Так, венцо, 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 ты наше. Сегодня мы заработаем много денег. Сегодня мы разменяем 6 миллионов. Это точно. Фактически с погреба можно заработать на телепорт. Так, есть.
Долбим, долбим. 10 утра, а мы уже все бочки почти убрали. Это хорошо. Теперь заново их придется расставить. Очень веселое занятие, конечно. Древний плод, как-никак. Так, давай. Давай, давай, давай. Так, а те нижние можно не сбивать. Просто собрать и разложить. Ну что, до 11 утра мы только вынимаем вино из бочек. Такой график у нас. Отлично. Смотрим, что у нас получилось. 174 бочки, но это без тех, которые мы выняли. И 189 древнего вина. Отлично. Теперь берем обычное вино. Ну, не древнего вина, а элитного вина. Древнего того самого плода. Ну все, теперь только аккуратно. Не напортачить бы. Теперь выстраиваем все обратно. Только не напортачить. Сейчас, если мы напортачим, то вино с бочки уже не вытащишь. Может, и вытащишь. Я не проверял, но и не хочу. Так, а тут можно ставить? Можно, а тут нельзя? Тут нельзя. Я сейчас выпью, блин. А что нельзя сюда засунуть? Подождите. Не понял. Не понял. Почему я не могу засунуть в бочку вино? А, твою ж дивизию, это не то вино. Подождите, я его выложу. Ладно, не надо. А я думаю, что за фигня? Я ж не то засовываю. Хорошо, что нельзя дважды засунуть. Да. Перепутал с другим вином. Думаю, ё-моё. Нет, все в порядке. Все в порядке. Ты еще не пил ничего сегодня. Я пытаюсь то же вино, которое вытащить, сделать его еще круче. Хорошо, что он не позволяет этого сделать, а предлагает просто выпить, хотя это тоже опасно. Знаете, сколько бутылка такого вина стоит? Ох, ты ж, вы ж там целое состояние. Так, поехали еще раз. Чего они вместе стоят, вы не знаете? Я не знаю. Так судьба распорядилась. Вернись обратно. Вот так вот, давай. Есть, дверь бочки. Ну, еще один урожай у нас будет точно вина. Я уже испугался. Думаю, куда я тогда это вино дену? Ну, вернее, как я теперь буду зарабатывать на погребе, если оно не помещается? Оно помещается. Вот ошибочка, но это ошибочка исправима, потому что в этой бочке еще ничего нет. А вот здесь бы уже ошибочка была неисправима, если бы сейчас засунул бы туда вино. А может и исправимо, не знаю, не проверял. Выбьется, не выбьется, жалко тратить бутылку. Так, 14:10, половина погреба засыпана, это хорошо. Это хорошо. Значит, завтра и послезавтра можем провести время на острове. Это тоже хорошо. Надеюсь, там еще древний плод жив. Так, готово. Так, так быстрее. И хорошо, что вино появилось зимой. Это большая удача тоже на самом деле. А не весной. Как раз в зимний день мы вот этим вот дельцами займемся. Ну что, на острове нам остается только одно. Нам надо идти в вулкан. И надеяться, что выпадут зубы. 6 нам осталось выбить. Ну и остальные штуки. Что там у нас осталось? Я не помню, что там осталось. А, летучая мышь осталась. И может быть орех еще. Может быть выпадет с кого-нибудь. Или не выпадет.
Ну, в любом случае, нам надо в вулкане находиться и надеяться, что хвост, позвонок змеи выпадет когда-нибудь тоже. Но с ним сложнее. Там нужны корни, торчащие из земли, и только они. Когда он выпадет, неизвестно. Пока что только головы выпадают. У меня их уже три. А позвонок выпал только один. У меня надо два. Один есть, еще один. Поэтому сейчас я спасу древний плод на острове, если еще есть что спасать. Да, я возьму просто сейчас так, чуть-чуть приведу в порядок. А, мне надо еще туда что-то взять с собой и засеять. Ё-моё, точно. Убери. Там нужно еще одну бочку поставить. О, это последний. Можно так взять. Последний ряд. Так, а, нельзя сделать. Все, я до нее уже не достану. Так, давай, наверное... А, так я и туда не достану. Ой, хорошо, что увидел. Хорошо, что увидел. Так, сейчас главное не разговаривать. Смотрите, тут я уже все. Тут я уже бессилен, сейчас бы эта бочка осталась в недосягаемости, я бы туда никак не залез. Нет, по идее, с бочки могу топором выбить. Я ж выбиваю вино золотого качества, серебряного. Наверное, вылетит обычного качества, да и все, мне кажется. Я думаю, это было слишком жестоко, если бы мы теряли вино. Так, готово, давай оттуда начинать. Потому что здесь-то я еще могу что-то сделать. Там уже нет. Так, 31 бутылка. Целый день уходит. Целый день. Тут аккуратно. Тут тоже. Здесь по две уже. Будем так заставляться. Так, давай дальнее. И теперь вот эту. По одной теперь. Все? Я там все сделал правильно, по-моему, да. Есть. Все уже и уже. Все сложнее и сложнее бочку засунуть. Все годится. Так, есть еще два. Давай ряд сделаем. Или не ряд. Это плохо, что не доберусь. Аккуратно. Так, все, ты можешь добраться? Сюда могу еще добраться. Так, что тут сейчас бы не напортачить? Что это за бочка сейчас тут будет? А тут как? Ну тут две, ладно, еще засуну. Подожди, а где я 8 бочек поставлю сейчас? Что-то я не представляю, что тут 8 бочек разместится. Ну ладно, 6. Ну 4. Нет, 4 поместится. Ну не так, конечно. Ну можно так, конечно. Все, 2 бочки, 2 бутылки вина. Все четко. Фу. Сегодня я раньше. Сегодня в 9.20. В прошлый раз, по-моему, в 22.00. Все, я сделал это. Выпустите меня отсюда. Жена, я все еще дома. Я жив. Под елочку сейчас принесу. Надо еще икру бежать собрать. Вот это да. Вот это ломанулись. Так, пошло. 189 бутылок отборнейшего вина. Древний плод. Так, быстро давай яйца еще разбросать успеем, может, я с утра просто рванул. Хоть какие-то. А завтра на остров тогда. Привет, извините меня, животное, не могу вас гладить, просто не могу, уж видите, что творится. Винные делишки, скоро весна, а весной уже дел будет побольше. Разных. Так, это я забросил. Сейчас икру еще соберу. Дедуля, как ты там, не мерзнешь? Я к нему и не захожу. Так, все, у меня еще время есть 22.20. Завтра мне некогда собирать плоды. Вот это еще собрать. На сегодня у кого-то день рождения, походу.
изумрудного какого-то. Так, да, сегодня плоды. Как раз я свободен на есть лишний час. Могу это себе позволить. Фрукты собрать с теплицы. Давай, 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 быстрее. Какая напряженная. Я думал, во втором сезоне буду, знаете, расслабленным валяться. Фиг там. Напряжение не падает даже до самого конца. Второй сезон, конец второго сезона, и я все еще бегаю. Ну, правда, у меня теперь каска есть на голове. Так, шикарно, забросили. Пошли сейчас вино посмотрим. Ой, вино, да, я все про вино. С молоко посмотрим. Дайте хоть собаке налью, правда, у меня нет собаки. Может, какая-то собака будет пробегать, хлебнет. Коту своему налью что-нибудь, собака у меня в первом сезоне была. Так, есть... Сейчас, сюда давай. Так, побежали. Нет, не пить. Отлично. Ох, тут потом возни будет, смотрите, с вот этим. Вот время уже позднее, да, знаю. С вот этим возни будет. Он же потом прорастет в первый день весны, чтобы потом не войти, не зайти, не пройти. Все, сделано. Еще. Фига себе натаскал. Всякой ерунды. Так, 22.020. Сейчас быстро, быстро, быстро. Может, яйцо какое оторву у кого-нибудь. Как бы это по-маньячески не звучало. Аккуратно, давай сюда. Даже два оторву. И у соседей могу попробовать. Так, и у соседей парочка. Отлично. Сейчас 50, быстро давай этот. Телепорт. Сегодня очень продуктивный день. Наверное. Мне бы, наверное, важнее сейчас сюда засунуть вот это. Чтобы оно мне завтра не доставало. Так, еще, по-моему, одно там было, да? Да, отлично, 9 яиц, надо просто мечта. И вот это еще привел в порядок. Ну, прям на выходе, 1:20. Так, пошевелись. Плотва, извини, сама доберешься. Да ты на ферме, собственно. Тебе можно не волноваться. Фу, 1:40, отлично. Так, майонез сдать. Это сдать. Это сдать. Что я тут еще хотел сдать? Икорку. Икорку сейчас выложу. Так, икорку выкладываю. Кроме этой. Час 50. Сейчас меня еще штрафуют за икорку. Ну, хотя бы бежать успел. Поделочку беги. Найдут, может, тебе, как подарок. Подумай, что кокос подарили золотой. В шлеме успел забежать, отлично. Сегодня будет, кстати, много денег. Вот эта цифра мне нравится, да. Вот вам вино, пожалуйста. Могу показать точную стоимость. Вина 873 тысячи. Это погреб на 189 бутылок. Вот, пожалуйста. Вот столько можно заработать на полном погребе. Шесть лямов обменяли. Фу, вот это я забегался сегодня. 27-й день, пора на остров. Да, я, наверное, пойду на остров. Блин, бриллиантики сегодня. Чудес. Так, это сюда. И это сюда. Там у нас есть что-то сегодня? Есть, конечно, пойду еще одну икорочку оторву. Так, на остров взять следующее. Я думаю, удобрение. Икорочку одну. Да, вот это. Взять удобрение и взять семена древнего нашего этого растения, которое, с которого мы вино делаем. Так, вообще-то мне сегодня марни желательно повидать. Она сегодня работает, по-моему. Мне надо купить 1100 где-то еды. Я, наверное, сейчас повидаю марни сначала. Подготовлюсь, съезжу к Сэнди. Куплю у нее... Ускорение роста, да. Скоророст. У нас палочка сломалась. Поэтому сейчас все сделаю. Подожди, вот здесь, наверное, будет важнее выбросить все.
Так, Латвинь. Ладно, стой на месте. Сейчас я пойду заберу, что тут нам по праву полагается. Полагается нам много. Фух, еле успеваю все делать. Еще много, сколько всего интересного еще ж есть-то. Так, давай, наверное, на лошади. 7.50, Марни в 9. И Вилли в 9. Не, Вилли в 8. Ладно, нам в любом случае Марни надо повидать сегодня. Сейчас я икорку состригу. О, золото. Я все жду радужный осколок, но, наверное, этого не суждено случиться, этому. Так, тут главное не телепортнуться сейчас. Отлично. Бывает. Так, готово. Готово, я забросил. 12. Все, побежали. Побежали куда? К Марни. Надо. 8.30, она еще не открылась. Как раз деньги появились, сейчас я и сброшу. То это мне вообще надо в пустыню забежать. Купить то, что растет очень быстро. Ой, я Леви не увидел. Найди, где она находится. Так, это я забросил. Так, это сейчас я круг икре. Что сделал? Выложи обратно. Икру к икре. Есть. Лея. Ты здесь, да? Привет. Мне удалось встать пораньше. Отлично. Угу. Дети. Обожаю вас. Правда, вас не вижу. Практически так. Это я забросил. Бомба у меня. Еда у меня. Еда у меня. Все, по идее, можем идти даже в шахту. Сейчас. 9.00. Быстро к Марни. Давай, забросимся. Марни. Эй, не сюда. В субботу она должна пойти работать. В субботу что, она работает? Марни, ты работаешь в субботу? Иначе я зря тебя ждал. Подруга ты наш. Да, работает, отлично. Короче, мне надо корм. Корм. Мне надо корм 1000, ну, наверное, 100. Не меньше. Take my money. Я вчера хорошо заработал на вине, поэтому смело бери. Интересно, быстрее можно собирать? На геймпаде, имею в виду. По-моему, на ПК мне быстрее он собирался. Так, 1100. Все, привет, как погодка. Погодка обалденнейшая просто. Ты не представляешь, насколько классная погодка. Снежок, морозец. А сейчас у меня будет солнце вокруг. Так, где? Вот оно, мое родное, иди сюда. Держите, снопов все на окей. И снопов все на окей. Сколько получилось? Получилось 1700. Еще 200 можно было, ну, сотню. Ну, хватит, и так хорошо. Так, и так хорошо, мне в пустыне надо. Сэнди, мне надо 24... 24 чего-нибудь. Абсолютно все равно чего. Так, кокос валяется какой-то. Возьмем? Нет? Давай возьмем. 24 чего-нибудь, что растет очень быстро. Хотя мне все равно, ну ладно. Семена сколько? На 6 дней растет. А ревень 13. Как вы думаете, что я посажу? Давайте свеклу засадим. 24 штуки. 24, я думаю, мне хватит. А у меня там сколько? У меня там 48, да? Ну, давайте еще... ладно. А, у Пьера ж скоророст, ё-моё. Ну, 6 дней это много, нет? А зачем мне скоророст? Да не надо мне скоророст, но то, что есть, то и посадим, всё. Не надо мне скоророст, зачем он мне нужен? Когда вырастет, вырастет, тем более 6 дней, что там, блин. Ерунда. Так, дайте мне быстро телепорт. Телепорт дайте мне. Отлично. Все, я хочу на остров, быстро меня обратно. Так, я взял с собой то, что надо посеять. Сейчас выложу вот эту штуку. Все, жена, я... А, возьмишь, блин. Нет, скоророст нужен хотя бы один. Поэтому придется бежать к Пьеру, наверное. Если у меня, конечно, нет. Или я один сделаю сейчас подумаем. Вот это можно засеять, кстати, 5 штук. Или вот эти 40 штук, чтобы они уже росли. Себе спокойно.
а? Может, давайте его засеем? 46 штук. Растет быстрее рядом с водой. Только возле воды, говорят, надо засаживать. Но там воды нет особо. Эти семена ананаса тоже вещь хорошая. Надо будет, да. Мне 24, конечно, желательно их сделать бы. Но они у нас выпадут рано или поздно. Что делать будем? Берем с собой, нет, или пока что оставим в покое. Сколько они растут? 14 дней. Нет, надо 5 засадить. Все, а эти пока не трогаем. Ладно, забирай все, короче. Что он тут лежит у тебя? Побежали, короче. Все, все, все. Возьми с собой только семян. Я не знаю сколько, возьми все. Там посмотрим. У нас получилось ровно 10, как обычно. Ай, майонез подоспел. Не дают мне уйти просто. Не дают. Отлично. Там, правда, и молоко подоспело. Ай, ладно, сейчас молоко пойду. Сейчас молоко возьму, подожди. И у меня будет завтра. Я возвращаться не планирую. Хотя завтра катки. Может, к вечеру. Так, вино, молоко. Все, вино на устах. Так. Просто потом накопится 20 бутылок. Я их никуда не дену. Потом буду стоять в очереди. Ну все, я готов отправляться. Сейчас только сброшу. У меня, в принципе, на острове есть куда сбросить. Все, 24 свеклы я взял. Ну и это тоже взял. Еды немного взял. Правда, энергия у меня ни к черту. Сейчас забор починю еще. Не могу смотреть на эту дырку. А, ты ж хотел, блин, защитить. Точно. Возьми. Ну, у меня дерева нет, я забор не построю. Давайте камень возьмем. 308 штук. Я думаю, этого хватит, чтобы обвести. Может быть, каменный забор поставим, может быть, не будем ставить. Сейчас я посмотрю, что у меня еще с заборов есть. О, так у меня 36 есть. Не, все-таки давайте на дорожку. Раз у меня 36 дорожек есть, это затраты как раз туда и пойдут. Все, быстро, быстро погнали. Быстро, быстро я по острову. У меня ломка по острову. Жалко, лошадь с собой нельзя взять. Это очень жалко, конечно. Раковина Наутилуса. 3. Даже не 3. Даже 5. Пригодится. А может и нет. Вилли, тащи меня. Ты что, сегодня не работаешь? А, он в субботу не работает. Ну и ладно. Или он на пляже. Вполне возможно. Но все равно придется явиться. Нет, он на пляже не бывает. Он же у нас лодкой управляет. Кто ж меня повезет, если он на пляже. Лодка что здесь. Он мог остальных туда отвезти по-шустрому. Это да. Привет, мой остров. Ненаглядный. Я там задержался на пару дней. Че выпало? Железная руда. Слышите, они все тут. Что вы делаете? Хрусть? Ой, это был краснокнижный вид краба. А нет, ничего страшного. Просто пустой панцирь. Значит, можно спать спокойно. Да, Деметриус, и ты сюда уже доехал. Заработал все-таки на лодку. Не то, окаменевшие ребра это не то. Это немного не то. О, на таком большом острове уж точно должны быть сокровища. Скоро Лео достанет лопату, обязательно. Блин, Лео, я про тебя забываю постоянно, Лео. Я когда телепорт сделаю, тебя задарю этими перьями. Сегодня я грустный, да понятно. Ты иди веселись, дай погрустить. Да, пожалуйста. Просто я забываю. Что ты здесь есть? Так, раковина Наутилуса, давайте. Ой, блин, вот это нам точно не надо. Раковина Наутилуса, сейчас я сброшу туда же. Что у нас здесь? Насколько все плохо? Ух ты, еще и скоророст кое-где остался. Я, кстати, скоророст так и не взял с собой. Это чудесно просто, ты забыл скоророст, приятель. Ну да, что-то ж я должен был забыть. Ну ладно. Так, это я сделал, и мне нужно одно семя. Ну пусть растет, как растет, будет у нас гадким утенком. Я его полью сейчас. Будет отставать в развитии на недели две. Ну ничего страшного. Так, здесь у нас что? Тут аккуратно. Тут оно как-то и не быстро высохло, я вам скажу. Но мне тут, в принципе, ничего, многого и не надо. Мне 24 только засеять. У нас скоророст. Это мне не нужен тот скоророст здесь.
Так, ладно. Что я хотел сюда довести? 24 штуки. Одни вырастут очень быстро, вторые помедленней. И что? А ничего. Давай вот это все засадим, 46 штук. И пусть оно, что на скороросте, что не на скороросте, все равно здесь еще ходить, пока бананы не вырастут. Давайте, наверное, 46 штук засадим. 24, 48 практически. Но 46 штук не получится. Давайте 5 вот этих вот. Вот тут вот прям в ряд в ряд. Ананасы вечно зеленые. А вот эти через 10 дней соберем. Или через сколько? Сколько ждать? А свеклу я зря купил, походу. Но я все равно ее использую, но это не важно. Клубень Таро. Вызревает 10 дней. Но у нас со скороростом, я думаю, побыстрее вырастет. Потом соберем. Он же ж не плодоносит постоянно, надеюсь, нет. Все, отлично. Пусть теперь растет, что хочет, потом делает. Это не наше дело. Я его полью, чтобы быстрее рос. Блин. Так, давай быстро дорожку. Раз у нас ее дофига. Так, а это что у нас? Этот надо убрать. Там со скороростом, кстати. Ну ладно. Так и быть. Еще 15 мне остается. Давай 15 сделаем. Ну отсюда аж не полезет у нас этот. Или полезет? Трава плохая. Ну может и полезет. А давайте, забор, на забор не хватит мне, тем более у меня дорожки практически хватило на все. Я ж могу это сделать на коленке прям? Должен, да, должен, да. Ну что, еще столько же, думаю, где-то 40, не меньше. Дальше, я не знаю, деревьями какими-нибудь засеем, засадим, все будет окей. Тут пока так. А нам так надо или нет? Но я тут грядок не планирую пока, поэтому я думаю, хватит. Давай только тут немного делаем. Сейчас надо посчитать, сколько получится. Думаю, штук 10-15. Сколько осталось? 7. Раз, два, три. Короче, 3 еще. Или 2. Все, шикарно. Все шикарно, теперь трава не доберется. А здесь я оставлю под что-то еще. Вечер, 18.00. Здесь не выпадает у меня. Я не знаю, дневник нужен, не нужен, но не выпадает. Ну хоть убейте, ни одного ореха не выпало. Ну, ладно, будем ждать, что выпадет. Но пока еще ни разу. Пока еще ни разу. Все. Сейчас мы попробуем, кстати, пиратов проверить. По идее, не должны быть. Если мы русалку уже сделали, то и пираты тоже должны быть. Сколько тут разбросанных штуковин-то? Кораллов. Так, этот крестик мы уже проверяли. Он опять просто появляется. Нам нужны эти. Вот эти. Ну, вот этот. Я не знаю, вот этим с этого может вылететь орех, нет? Имбирь, когда мы лупим. Может и может. Никто этого не знает. Кокос. К счастью, кокосы нам уже не нужны. Ну что, в комнату мистера Ки я уже могу войти. Давайте это... Ой, золотое падает. Да это просто вообще... Смотрите. Смотри, какое счастье. А он мне уже и не нужен. Так, камни я здесь выложу на всякий случай. Пусть лежат, может я что-то соорудить захочу. Я выложу кокосы, имбирь, и это с этим, и вот это пусть здесь лежит, и вот это, и камни. Все пусть лежит здесь, и семена потом засею. Пошли сейчас проверим верх, и тогда к этим пиратам зайдем. Где тут эти штуки? Как этот позвонок доставать? Они ж редкие вообще. А я могу только с позвонка вытащить его. Ой, позвонок могу вытащить только из этих вот крючков земли.
Тут их нет. Причем вообще? Их просто нет. И где дневник? Где у меня 4 страницы дневника еще должно быть? Из-за них я тоже немножко в ступоре. Да, не фартит пока. Ладно. Ладно, у меня завтра еще будет целый день. Все, побежали к пиратам. Хотя можно уже, наверное, и такси активировать. Телепорт-то я не скоро активирую. Да, рулево. Все еще грустно сегодня. Я тоже грустно. Не могу позвонок найти. Второй месяц. Слушайте, а нет пиратов. Реально нет пиратов. Когда их искать, интересно? В какое время года? Почему нет пиратов? Они ж, по идее, должны ж, по идее, быть. Может, опять же, да, может мы... Не, мне это не нужно. Мне рыба не нужна, мне нужна статуя обжоры, которую еще не выловил. Интересно, а что с пиратами? Точно, наверное, дневник. Хотя про пиратов особо в дневниках и не писалось-то особо. А может, и писалось, не знаю. Нет, рыба мне не нужна. Где статуя обжоры? Должна выпасть. Хотя она мне тоже особо не нужна, но все же. Пока только мусор появляется. Может, лодки? Я думал, сейчас в дартс сыграем. Мне не надо рыба. Не нужна рыба, абсолютно. Такое счастье нам не нужно. Я ее специально сбрасываю. Все равно я уже не пойду сегодня в шахту. Время уже позднее. Это не то. Это не та надпись. Рука дернулась. Зараза. А ловилась же ж легко. Уже обжорыш, уже наелся ж. Дерьмо. Я так понимаю, пока ты рыбу не выловишь, может, она здесь? Да нет, статуя обжора, по-моему, не в сундуке была. Или в сундуке была? Да нет, не в сундуке. Если бы я ее в сундуке ловил, я бы до посинения бы ее ловил. Хотя уже, по-моему, посинение. Ну и что в сундуке? Ну, явно не статуя обжоры. Странно, что она не ловится. Реально, я ее поймал почти с первого раза или со второго на ПК-версии. Но она не для достижения, просто чтобы была... А, последний. Зато мусора дофига. Все, я побежал. Ладно, побежал, все. Не повезло. Может, днем надо зайти. И пиратов зато нет. Хотя карта вон лежит. Пиратская. А я добегу, интересно. Надеюсь, что да. Даже русалка уже мелодию услышала. А пират никак. Вот на это надо наступить. Он хрустнет хорошо. Да, у меня дом не очень близко находится. Особенно без лошади. И без кофейка. Тут можно не успеть добежать. А тут дорожка есть теперь. О, попугай появился, кстати. Можно заказать телепорт. Ну, еще и до кровати добежал, обалдеть. 27-й день, зима. Даже еще что-то и заработали. Да нет, заработали еще ничего. Все, тогда давайте сейчас, наверное, последний день зимы. Я предлагаю пойти и поуничтожать этот, как его, вулкан. Сейчас я тут проверю, нет ли чего интересного. Может, на вулкан рванем сейчас прямиком. Ох, мусора сколько. Боже, что, выбросил нафиг. Я не могу на него смотреть. Вот это автоматически должно уничтожаться.
Я понимаю, его можно сжечь. Но не в конце же игры вот это вот собирать. Ладно, трава еще пригодится. А это что выпало? Каменелая амфибия. Это такое же было у нас. Так, ну тут я не знаю, будет корни, не будет корни. Сейчас посмотрю, конечно, быстренько. Под кораллами ничего у нас ничего не выпадает. Все, побежали с утра. Вулкан. Выживем, не выживем. У меня всего 5 еды, правда. Тут как дела? Тут более-менее уже что-то даже выросло. Потом соберем, когда вырастет. И точно два ореха золотых точно получим. Так, уходи, 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 уходи. Уходи. Уходи, уходи, уходи. Все, 5 еды. Половина энергии. Ну, все, что есть. Пошли активируем этот. Как его? Такси. Давай такси сделаем. 10 штук, все, давай. Да. Потому что тут остался только телепорт на 20-ку. И два моста. В этом, внутри этой вулкана. Так, ну давай доки, джунгли, раскопки. Давай раскопки. Мне, правда, пляж бы осмотреть сейчас внизу. Так, тут, как обычно, нифига. Но только если я дерево срублю, есть шанс, что... Только если оно упадет туда, куда надо. Ну, конечно же, падает не туда, куда надо, вечно. Что что-то выпадет. Вот один червяк, который висит. Вот у нас будет там хребет. Ну не хребет, а этот, как его там, позвонок. Ну давай уже. Опять голова, четвертая. Да вы издеваетесь просто. Ну что это такое? Четвертая голова подряд. Вы с ума сошли? Четвертая, Карл. Четвертая голова подряд. Вот это редкость, конечно. Четыре головы уже нашел. Вот здесь обычно вот такие вот эти корни торчат. Где-то тут обычно можно найти. Не сегодня, конечно же. Ну, все. Один корень за день. И голова с корня. Спасибо, отлично. Рандом превосходнейший. Превосходнейший. Четвертый, пожалуйста. Это здорово, это круто. Все, давайте на такси. И к вулкану. 8.50. Жесть, конечно. Тут так очень долго буду тогда искать. Но я еще, конечно, мышь не нашел. Но тут бы что-то было бы здорово. Кстати, а если я кокос съем? Он мне добавит чего-нибудь? Энергии там какой-нибудь? Нифига. Это что-то семя. Не зря взял. Ну ладно, выбросим потом. Нет тут у нас. Нет. Один, блин. Один. Хотя тут мог быть. Нет, тут нет. Возле палатки тоже нет. Один корень в день появляется. И то не всегда. Ну, побежали. Удачи нам. Сейчас воды наберу. Вот еще попугай сидит здесь. И там еще на 5-м уровне. Тоже несчастно сидит. Так, вы мне не интересны. По-моему... По-моему, с вас ничего попадать не должно. Драконий зуб, это удача, отлично. Вот что-что, драконий зуб хороший, сюда. Мне еще вот этих надо наубивать, 200 штук. Примерно. Они еще не дадут покоя. Ладно, давайте просто пройдем вулкан еще раз. То мы только раз его зачистили. На сундуки только обращаем внимание. Ну и на вот эти огоньки, потому что нам их надо убивать. В больших количествах. Все, побежали, быстро-быстро. Ну и дракон, естественно. Нам еще 5 зубов. Может, дневник где-то выпадет? Я же, конечно, не надеюсь, но все же. Может, выпадет. Так, отстаньте от меня. Ну, хоть эти меня уже не достают. Уже хорошо. Так, хорошо. Хорошо, дальше идем, где тут выход. Выход где? Come on, come on, come on. Блин, надо вот эти проверять. О, дракон, 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 иди сюда.
Ну, кто он там, я не знаю, дракон или не дракон, но зуб с него драконий падает. 6! 6-й зуб! 6-й зуб! Да это стоило того, чтобы сюда зайти, конечно. Тихо. Еще 4. Еще 4. Поднапрячься. И все будет. Это до свидания. Вот мне что-то подсказывает, что здесь надо бабахнуть. А вам ничего не подсказывает? Мне подсказывает. Как будто надо здесь бабахнуть. Ничего. Нет, это был голос лжи. Пошли. Так, тут нифига интересного. Сразу бери кирку. А нет, огонек есть. Давай, нападай на меня. Отлично. Здесь мне подсказывают, что тут надо рвануть. Там сундук есть, сейчас я иду к нему. Блин, чего ничего нет? Ладно, сундук, я уже здесь. Ты мне не интересен. Я уже тут. Вот это вот вещь хорошая. Хорош. Давай, сундук, удиви меня. Ой-ой-ой, кинжал дварфов. Ой-ой-ой, такой маленький. 32-38, вес, шанс крит удара, плюс 2. Угу. Ну ладно, мне не это, конечно, надо. О, дракон, ты мне нужен, иди сюда. Вот, да и ты мне нужен, в принципе. Давай дружить, иди сюда. Зуб нужен. Отлично. Так, ты на 40, идем. Второй уровень, это долго я тут исследую просто, может, не дойдем там мы. Зуба нет? Зуба нет. Мы... А где тут выход? Выход кто-нибудь видел? Я нет. Трещий осколок, половину уже линии нет. Так, выход. Выход здесь, я иду к нему. Тут ничего не выпало. Да и отсюда ничего не выпадет. Беги. Так, хорошо. Давайте съедим, наверное, блюдо. Быстрее будем бегать. И здоровее будем выглядеть. 115 энергии, 50 здоровья. Побежали. Где же эта летучая мышка-то? Летучая мышка. Будь любезна явиться. Где ж твой скелет-то искать? Не, ну со страусиным яйцом нам в прошлой серии очень сильно повезло, я не знаю. Я его не ждал даже. Так, вот это давай попробуем. Тут ничего у нас. А, о, тут может быть. Кстати, может быть как раз то, что надо. Тут может быть дневник. Вот это вот. Вот этой фигне может вылететь. Ну, а может и не вылетит. Так, 3 штуки мне надо здесь активировать, чтобы открыть. Это какой? 4-й такой уровень. Он далеко, дракон далеко. Но мне он нужен, как мне его подманить. Так, вторая. Слышишь, иди сюда, а? Иди поближе. Да не ты. Вот ты, да, ты. Ай, я шел в сторону. Не фартит-то так. Ну хоть слизи меня не трогают, согласитесь. Сейчас бы было веселье. Мне так весело, конечно. И без слизней. Так бы еще было веселее. Иди сюда. Сюда иди. Да не отходишь ты далеко ж, твою ж дивизию. Давай, вылазь. Зуб не выпал. Он не выпал. Так, попугай, пятый, ты нам нужен вообще? Я думаю, нет. Есть что-то вкусное? Что-то очень вкусное. За 1200 коренья на блюде, плюс 3 атака. Да давай. Давай, мы еще походим часов 6.
сегодня, кстати, последний день зимы. Нам спуск нужен здесь? Да не нужен он нам нафиг здесь спуск. Так, эти сейчас начнут нас добивать. А эти уже, ребята, более огненные. На 5-м уровне. Хорош. Вот простой. Чип от них бы защититься вообще было замечательно. Как-нибудь. Так, ну давай здесь бомбу проверим. Мне кажется, здесь может быть что-то интересное. Представьте, сколько бы я тут вручную бы бил, да? И ничего не получил бы. Все, выход, давай нафиг отсюда. 7-й. Ты сдохнешь сегодня? Тлеющий осколок ты наш. Так, тут летит, осторожно. Я предлагаю съесть с защитой. Ой, с атакой. Чем быстрее их убивать. Очень медленно умирают. Мой супер меч, стенокосный мечар. О, я должен там быть. Я должен тут быть. Кольцо горячего кофе. Это что еще? Разительно увеличивает шанс выпадения кофейных напитков при убийстве монстров. Разительно, да? Но если побыстрее бегать, то да, это вещь незаменимая. Подожди, тут что-то еще есть. Разительно. Интересно. Ладно, тут ничего. 8-й уровень. Так, меня сейчас тут уничтожат, чувствую. Вот эти огоньки. Пипец. Мне туда надо. Или не надо? Ну давай. Давай. А что там есть интересно есть? Кроме... Да ничего тут особо и нет. Ладно, давай попробуем. Ну не это. Это что-то не кнопка, нет. Понятно. Так, 20. Я уже не успею дойти до 9-го. Где-то выход должен быть. Нет, выход справа или слева. Где выход? Слева, наверное. Я не вижу. Да, здесь выход. Давай сюда. Так, последний. Последний. Напряглись. Какие-то алмазы. Хрена, зачем они нужны вообще? Тотемы. Дайте мне то, что мне нужно. Они все на свете. Отвали. Сегодня прогулялся, не пойми зачем я, не пойми куда, не пойми, что я вообще здесь делаю. Кнопку нажал только что. Мне надо еще одну нажать, что ли, получается? Или это была фальшивая кнопка? Что это была за кнопка? Я горю, блин. Да отвали от меня, слизень, твою ж дивизию. Хотя это не слизень. Убейте меня еще, давайте. Прикончите меня нафиг. На последней стадии. Вон, я ту дверь открыл. Там тоже весело. Жесть. Ой, ну хоть орех выпал. Ой, да невероятно просто. Это просто невероятно, орех выпал. Опс. Сейчас тебя убьют здесь. Все, выход есть.
Но мне все равно этот выход нафиг не нужен. По причине, вы же понимаете, да, какой? Потому что мне домой надо ехать. Домой надо лететь. Так, я это открыл. Вот этот сундук я хочу еще проверить. И все. Все, я домой. Я домой. Выходить отсюда не обязательно, но все же. Но все же. Я взял ничего фактически. Нет, два зуба. Два зуба взял я сегодня. Это хорошо, хоть что-то взял. Так вообще, орех, правда, выпал. Возможно, последний, который надо найти в сундуках. Это тоже радует. Несколько артефактов, причем неплохих, нашел. Ну, кофейное кольцо, чтобы не варить кофе, хотя я его почти не пью, это кофе. Так, час 20. Ну, этот все пропустил пока что. Завтра весна начинается. Ну, чудесно, просто замечательно. Давайте хоть что-то продам. Два зуба нашел. А так ничего. Так, в принципе, был пустой у нас поход. Это я уже не успею обработать, как ни старайся. Только грибы могу сбросить. Да и вот это добро могу здесь положить пока. С тотемом на ферму. Одноразовый предмет. Нет, это не надо. Это не надо, это нам пригодится. Эти росточки тоже. Это тоже. А это я, наверное, засажу. Засею ананас в этом... Там, рядом, на острове, да. Скорее всего, так и сделаю. Так, меня на ферму срочно обратно. Я же, видите, сам не хожу. И дайте я лягу в кровать. Ну что, из этого мы получили один орех из похода по вулкану практически до конца. Один орех и два зуба. Вот вам поход. Орех это круто. Но зубы тоже. Осталось у нас 4 зуба. И сегодня у нас наступает весна на основной ферме. Первый день, весна, год 5. Ну отлично. В принципе, эта дополнительная серия пошла на пользу. Мы с вами... Решили вопросы, скорее всего, такие, знаете, административные. Ох, как тут все зелено-то стало. Красиво-то все. Решили административные вопросы на острове. Кое-что нашли. Немного лучше. А, вопрос с русалкой решили, да, это круто. Вопрос с русалкой решен. Тут посмотрю еще катки. Ну ладно, катки уже, ладно. Вот 6 штук у нас уже есть зубов. Осталось чуть-чуть. Дайте я возьму, наверное, с собой перо, чтобы не забыть поздравить. Ну, не поздравить, а подарить просто Лео. Я думаю, пока бананы не вырастут и не появятся на дневники остальные. Кстати, на дневники ж не выпали вообще, да? Ну, я бы заметил бы, да, я бы его прочитал. Не хотят выпадать 4... страницы дневника, из-за этого у нас ступор с пиратами, я так понимаю. С чем еще? А, с этими мидиями, которые на пляже. Тут тоже должны, по идее, про них написать, чтобы оттуда орехи начали выпадать. И с пару секретных мест еще там есть, тоже которые нам надо, чтобы найти в дневнике. И после этого там что-то появится в этих местах. А так, по-моему, они не появятся. Но я точно не уверен, но все равно будем следить за этим. Все, спасибо всем, кто смотрел эту дополнительную серию. У нас тут тоже весна на ферме и весна в реальной жизни. Все совпадает. Будем в следующей серии двигаться по острову дальше, собирать несобранное и добиваться то, чего еще мы не достигли с вами. То есть... увеличивать количество орехов. А если смотреть по орехам, смотрите, сколько мы сейчас... Жалко, я комнату Ки не успел открыть. Орехи у нас 5, по-моему, за русалку дали. И один мы нашли, то есть 6. То есть у нас сейчас 105 орехов. Нам осталось собрать 25 орехов на острове. Учитывая, что у пиратов мы можем сорвать орехи. Раз, правильно. Потом 2 на ферме у нас вырастет. Это 7, по-моему, да? 7, да? Да. Банан еще 3 ореха. Это будет 10. Еще 15 орехов у нас. Это я так по памяти. 15 орехов это археологическое сообщество еще.
одно чучело, один орех, и второе чучело 3-4, и заодно еще 5, где-то 10 дадут, и где-то еще добить придется 5-6 орехов, но это уже будем смотреть, когда выполним археологию Кинг-Конга и пиратов. Это будет, возможно, в следующей серии, возможно, нет, не знаю, работы здесь полно. Плюс свиньи. Теперь надо выпускать свиней, которые даже не знают, кто я такой, а в шлеме от кокоса точно меня не признают. Поэтому придется с ними знакомиться заново. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедер Игровые Миры. До новых серий в Stardew Valley. Пока.